Сегодня 27 февраля. Решил послать кости, которые я выписал у вас. Ну, теперь ближе к теме. Ну, самое интересное начинается. Я тут подготовил. Ну, извините, каждую приближается весна. Завтра, я не знаю, если не высокосный год, то завтра уже первый день весны. Да, это не я придумал, это в календаре так. Итак, проросли. Это 27 февраля. Значит, я единственное, что не спросил, или он уже от меня получил в мешочках, какие мешочки ниже увидите, так, в сыром песке, или он получил от меня и в феврале, а когда же они проросли-то? А нет, минуточку, сейчас. В любом случае, он их пересыпал, видите, в любом случае. Так, может сам, ну, неважно, главное, что экстрафицированное. Обнаружил, кое-какие проросли. Артем пророс, Ассорти 2 пророс, сын манжурца пророс. Проросшее хочу пересадить в отдельный стаканчик. Вот это, тут столько ошибок. И поливать талой водой. Ну, насчет талой воды я ничего против не имею. Я сам говорил, самое ценное. Талая, потом дождевая, потом озерная, потом только колодезная, потом артезианская. Артезианская на пятом месте. Остальные, я думаю, не ставить в холодильник, а оставить в комнате. Вот это ошибка. Вот смотрите. Здесь вот даже где-то... Ну, это таких еще пока я не вижу много. А может быть... Вы же прислали еще фотографии. Ладно, по порядку. Вот. Есть мысль поставить стаканчики на балкон. А на балконе вы не написали, застекленный или нет. Температура 5 плюс 5 минус 5. Правильное действие. Значит, я говорю то, что у меня уже как магнитофон записано. Стоит им только начать прорастать, вы должны их из общей кучи вытащить. Вот. Все равно там, вот здесь вот, смотрите внимательно. Вы сами поймете, что им не хватает влаги. Они так борются за влагу, они же растут. Это все влага. Вы знаете, что любое растение, там 90 или 99%, 95% состоит из воды. А соседу не дадут расти. Вот это запомните. Далее, теперь его надо было не сейчас. Пораньше, только он начал сходить. Вот. Что это за стрелькация? Аж сверху торчат. Ошибка. Были бы поглубже, но только росток увидели, вы вот ложечкой, чем угодно, аккуратненько отсадили. Так? И, конечно, не в таком виде, а я покажу в каком. И в холод. Холод – это погреб. До момента высадки уже на открытое место. Пусть себе дремлет еще, дремлет. Вот. Естественно, что это, чтобы влага было достаточно, потому что он в погребе будет помаленьку расти, только медленнее 10 раз. Вот. Так что насчет стаканчиков. Стаканчик – это хорошо. Значит, их надо было показать. Вот, знаете, человек брал эти стаканчики, ну, горшочки, устилал полиэтиленом, а уже в полиэтилене грунт, почва и росток. И вот потом, чтобы взять вот так вот, из горшка раз, потянуть с полиэтиленом. Понимаете? И уже можно садить чуть ли не с полиэтиленом, если дырку надел. Ну, то есть, это там уже детали. Главное, что бывает, что горшочка вынимаешь, а он же, это, а горшочек часто бывает, допустим, полиэтиленовый, да, пластмассовый. Вот. Достаешь, и все разваливается. А у него же росточек может быть или такой весной еще пересаживать, или осенью вот такой. А горшочки достаешь, а там ком еще не сформирован. В общем, вот столько я наговорил. Пойдем дальше. Итак, это ваши. Казак. А я совсем забыл. Какой тут у меня холодильник сгорел, как за 20 тысяч за него отдал. Вот. И теперь переживаю, где мне теперь взять деньги, а без холодильника, как я буду хранить эти все. В Ютубе не отображается вебинар. Но это сюда писать-то бесполезно. Ладно. Так, идем. Где наш казак? А, вот казак. А, любуемся на ваши фотографии. Я всегда самые ценные из них я оставляю в архиве для книг, для статей. Вот вы мне помогаете. Ну, эту фотографию, наверное, мы видели. Вот это хуже видно. Мне не нравится то, что это. Как сказать? Это же временно. Тут можно было поглубже закопать. Потому что это все временно. Так, все, нагляделись. Возвращаемся.